И всем привет, с вами Растин, это Лемонкрафт, со мной сегодня... Нервил, и мы начинаем. Начинаем. Да, в прошлой серии мы все лучесты скидывали в коробку, теперь у нас пришло время их открыть. Сколько у нас накопилось, Растин? Ты думаешь, я знаю, 3, 6, 9, 18 у меня, 18 у тебя, по идее. Да, надеюсь, повезет. Начинаем открывать. Оу, май. Оу, ворова, значит. That... Гнилая плоть, даже не фрит. Что смолистый это? Торф, что? Чени. Мне алмазики выпали. Представляешь? Кувшинка, не. Мне сундучок же... твой выпал. Смотри. Мне тоже сундучок твой выпал. Смотри, смотри. Подожди, дай я снова положу. Где? Мне какой-то топовый кристалл выпал, смотри. А, фигня полная. Так нифига, я все вижу. Ты понимаешь, мне из лучеста выпал лучест, это вообще легально? Может, я какой-то, не знаю, топовый? Ветряная мельница выпала. Энергетический кристалл. Жесть. Какие разные механизмы, водяное колесо, блядь. У меня квест завершён на охоту. Поздравь меня. Мне еще два лучеста, что? Смолистый торф, что выпал? Ядро виверны, что? Ты посмотри, как оно крафтится просто. Сейчас, подожди, покажи. Вот, держи. Да ладно. Посмотри, как оно крафтится. Я очки надел! О, надень вот эти очки. Надень. Очки с сенсорами? Да. Ля. Знаешь, это как... Короче, дай мне обратно мои очки. Хотя в них... Держи обратно. Да прикольно. Знаешь, ты какой-то снайпер какой-то. Да, и причем... Смотри, выпал обсидиановые сундуки. Сундуки выпали. У нас теперь нет проблем с вещами. Ага, ну вот, знаешь, крафтится довольно так. Дороговато. Ну, не так уж и дорого. Вместо реку еще. Офигня пол. Заводной двигатель. Что? Позеленел уже сразу. Ничего не произошло, он уже позеленел. Он был синим, стал зеленым. Нормально. Подожди, я помню, у нас был вот такой сундук. Где он? Какой? Вот такой. А я его где-то в инвентаре лежал. Ой, что здесь? Держи. Смотри, держи еще один. Мне-то он не нужен, зачем? У нас теперь их три этих сундука. Зачем нам столько? Они же полезны. Нет, они нормальные. Главное понять, как они работают. А смотри, если ты в сундуке, я не могу тоже в него... Класс. Первым нашим делом мы пойдем в квесты и зайдем в космос. Начнем выполнять квест под названием «Алюминиевый провод». У нас для него вроде бы все готово. 6 шерсти и 3 алюминия. Скрафти, пожалуйста. Ой, ну давай, давай. Тебе сколько... Подожди, тебе нужно больше проводков. Дай мне больше алюминия. Подожди, зачем больше? Там 16 там штук, да? Ну или 16. Сейчас, погодь. А там сколько получается? Да, смотри, 16. Держи. 17 даже крафтил. Ага. Там мне туда телепортируется. Пусть телепортируется. Yes. Дайте мне мой лучест, пожалуйста. Все, лучест получен. Следующая наша задача будет производитель микросхем, либо толстый алюминиевый провод. Давай, если ты будешь делать производитель микросхем, а я скажу толстые проводочки. Окей. Все, наша штучка скрафчена. Подожди, по заданию. Да, все. Да, и смотри, я провода тебе тоже сделал, собираю. Обмен. Все, смотри, дальше. Энергия нам нужна. Где ты будешь энергию? А? Энергию? Честно, не знаю. Мне бы сначала задание забрать. Он вроде бы защит. А, все, 8-8, хорошо. Стоп, подожди, смотри. Давай сейчас поставим. Где у нас вообще будет форма наша находиться? Вот. Где, что будет находиться? Платформа, где мы взлетать будем, давай? Вот где-то в эту часть будет наша ракета находиться и взлетная полоса и так далее. Хорошо, я согласен. Да. Пусть так будет. Смотри. Делаем вот здесь тык. И все, как он работает. Это как вообще? Пока он бесполезен. Смотри, как он, смотри, как он нарядился в кванте. Такой. Окей, смотри. Полупроводниковая пластина, ты... Угу. Ну, новичок, да, говоришь? Новичок, а? Знали таких новичков.
Смотри, держи тоже. Думаю, ты сейчас миссию выполнишь. Ага, спасибо. Yeah. И вот, видишь, солнечная панель. Тоже пластину мы сделали. Из них, господи, панель долго крафтится. Просто посмотри. Подожди секунду. Какая панель? Просто должен это видеть. Вот которую мы поставили уже. Оп, держи. Окей, это тоже зад... А, все, окей. Я все понял. 32 лазерита, он вроде бы нам понадобится. Я знаешь, скрафь, пожалуйста, отдельный сундук. Кстати, выглядит они очень красиво. Для космоса. Отдельно? Да, а для ты космоса. Вот этот используй. Вот этот вот. Вот этот. И... У нас здесь вообще ничего нет. Чтоб не париться и все тупо-тупо туда складывать. Подожди, где этот квест? А вот квест завершен, там подождать просто немножко надо. Да, и вот теперь из этого мы с тобой будем делать уже лучшую часть, видишь? Полностью солнечную панель. Стоп, подожди, для этого нужно компресс. Это у нас уже две штуки. Алюминий, медный и наковальня. Хорошо. Я знаю, где мы будем жить, когда просто мы построим базу в космосе. Только с каждым вайпом у нас не будет базы в космосе. Нет, нет, это другой вайп. Он не будет затрагивать, по идее. Думаешь? Да. Кстати, я скрафтил полуподниковую пластину продвинутую. Опа, чё-то не то сделал. Да. Все, держи. А мне тоже скинь. Я специально делал по две штуки, вдруг еще пригодятся. Компрессор надо Тихо. Скрафтить. Я глупый, я забыл, как наковальня крафтится. Мне кажется, а, ты сейчас это делаешь, да? Компрессор. Ой, наковальня, я наковальню сделал. Ты мне одну штучку только дашь? А основная полупродниковая пластина у тебя осталась? Основная? Юнит. Оп, вижу. Я уже все слушал. Окей, продвинутая солнечная панель. Ну, насколько я помню, это как сказать-то так, да. Компрессор готов. Интересно, зачем он вообще нам понадобится? Подожди, компрессор? Да. Компрессор очень понадобится. Ты что, поставь его как-нибудь правильно? Он не будет так питаться. А, он отрубля, Тебе нужно квест, завершить. Да. Забирай. Окей. Кусь-кусь, этот компрессор. Тоже. О, ну, можно будет уголь сразу в него закинуть. Да. 32 я закину, 32 ты. Все. И он будет работать. Основная солнечная панель? Или... Подожди, а у нас какая? У нас основная солнечная панель. У нас основная солнечная. А ты будешь ее крафтить? Зачем? А я буду крафтить электрический компресс. Окей. Смотри, сжатая пластина. Подожди, сжатая... он советует использовать сборочный стол. Нормально? Что такое сборочный? А, ну да, сборочный стол внутри. Электрический компрессор, ёшки-матрёшки. Дороговато. Какой ты будешь следующий предмет крафтить? Подожди. Электрический сама компрессор. Сама ракета? Где сама ракета? Надо ее найти. Я вижу ракету второго левела. А давай еще ракету первого. Так ракета вот я ее ищу. А там есть грозовая ракета, не то. А вроде ракеты первого уровня нет смысла крафтить, вот. Сразу вторую надо. Не-не, вот я вижу. Нужно сделать электрический компрессор, потом верстак НАСА и ракета первого уровня получится. А дальше уже кислородный баллон, все что надо как раз. И там же дойдем до ракеты второго уровня. Все легко, все изи. Так, ты что уже все Ой, скрафтил? Смотри. Да, здесь смотри, сразу и провода даются. Я, значит, спал. Ну, почти спал. Я тоже пытался что-нибудь здесь сделать. Поставил. А, хотя ладно. Неважно, как он стоит. Блин, эти панели очень красиво выглядят. Прям знаешь, как-то реально какие-то инопланетные панельки. Да, что у нас дальше? Верстак НАСА. А, смотри, подожди, ты говорил, что нам что-то понадобится. Там ни черта не понадобится. Там опять. А ты заходил в него? Него? В эту панель. Там первый уровень красится вроде бы легко. Или нет? Видимо, солнце показывает, и можно выключить, включить по своему желанию. Да это я уже видел. Ага. Первый путь мы уже с тобой прошли. Сейчас я это докрафчу, у нас будет верстак НАСА. Используется для создания множества продвинутых деталей и техники. Да. Новые схемы могут быть добавлены, как только были найдены. Угу. Да. Да-да.
Он огромный, смотри. Я в нем почти застрял. Смотри, я же говорю, тут ни черта не надо. Да, я думаю, для него что-нибудь нужно. Возьмешь верстак. Да не ломаем, просто. А, хорошо. Ты хочешь, чтобы я сделал? Окей. Как бы квест нужен, квест нужен. А погодь, запрос и поставить, готово. Я забыл, куда запрос. Он меня поставил, я же испугался. Вот скажи, ему реально повезло, что он попал в кадр, когда я делал себе превью. Так. Я тебе мешаю. Ты, да? Я только, значит, знаешь, принтскрин нажал, ты такой посмотрю. Появился. Молодец. Извини. На этом мы с вами будем потихонечку уже заканчивать. Мы сделали вот такой вот огромный верстак НАСА и солнечные панели. Подожди, я должен говорить, да? Ну да. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Райстен, с нами был Ворон Сэй и... И Нерел. Всем спасибо и всем пока. До встречи в следующем ролике.